семьей пришли в театр. Ходят тети в модных платьях, дяди тоже все в костюмах. Папа вон пиджак надел. А на сцене балерины скачут в юбках очень странных. Музыка у них не очень, почему-то все молчат. Разве это интересно? Напиши скорее другу, чтоб тебе он позвонил. У тебя ведь на ректоне музыка куда прикольней. Может, тетенькам на сцене будет веселее так. И начнется вечеринка, мама с папой будут рады, что их маленький ребенок популярнейший диджей.